Вот тут начинается Шкёрский поселок. Вот с тех времен еще заправка, насколько я помню. Да. Вот новая ментовка. Автостанция тут была. Новая ментовка. Да? Здание. Говорят, новая ментовка. Это очень важно. Это Кировец был, да? Или да. Как он назывался? Кировец, Кировец. Вот сейчас, вот не вспомнил бы, а вот когда подъезжаешь, вспоминаешь. Так, вот первый дом справа. Улица, улица. Инжи... Как инжи? Инженеров. Инженеров? Да? Одни инженеры здесь жили. Вот в одном из домов жила моя тетя одно время в квартире. По-моему, последний, угловой, если не ошибаюсь. Вот в этом доме, наверное, моя тетя жила, а потом... Нет, вот этот, наверное, последний. Но я могу ошибаться. Да. О, сюда, заверни, заверни. Там мой дядя дом построил. Отправлю их детям. Да, здесь моя тетя жила, по-моему, в этом доме. Сейчас я, наверное, просто выйду. Я могу ошибаться, какой дом из них. Ну вот. Здесь один дом построил мой дядя. Рудик. По-моему, в том доме жили Баумбахи. Короче, я тоже могу ошибаться. Сейчас посмотрим. В общем, я сниму номера домов. А вы, люди, разбирайтесь, кто где жил. Этот номер дома я не знаю, не видно, какой номер дома. Так что, люди дорогие, прощайте меня, если я ошибаюсь. Что-то я вот здесь немножко не могу уверенно. Так изменилось. Я не могу уверенно сказать, где был дом Баумбахов. Ну вот 30-я школа. Новая. Когда-то здесь была мусорка. Потом построили школу. Ты знаешь, я даже не могу точно сказать, какой из них дом был моего дядьки. Ты прикинь. Возможно, даже этот переделали. Мне кажется, этот переделали его. Но эти дома вот всем они одинаковые стоят. Ага. Но у дядьки моего не был двухквартирный, насколько я помню. Этот уже один. По-моему, у него был полностью его дом. Донецкая. О, даже Донецкая есть. Мне кажется, что-то подобное было у Баумбахов. Могу ошибаться. Это Донецкая улица. Ну ладно, плохо видно. Вот 30-я школа.